Онкология в деталях. Медики станут главными спикерами нового телеканала. Контент своеобразный, но полезный, уверяют врачи. Вещать он будет только в стенах Самарского онкоцентра. Как отреагировали пациенты на такое новшество, узнала наша съемочная группа. Вместо сериалов и ток-шоу – телеконсультация у врача. Наталья Инюсина, пациенткой онкодиспансера, стала несколько месяцев назад. Говорит, пока не столкнулась с болезнью, даже не подозревала о ее происхождении и сложностях лечения. Коротая часы перед процедурами, теперь просвещается на больничной койке. Вот этот канал нужен для тех, кто заболел, как с этим жить. Вот. А для тех, кто не заболел, или там, как сказать, имеет какой-то вирус, который можно будет вылечить, как жить потом? Просто профилактические вот такие вот беседы. Развенчать мифы и неоправданные страхи – главная политика канала. Съемочная группа, они же сотрудники диспансера, создают программы без отрыва от основной работы. Контент эксклюзивный. Вместо телестудии – кабинеты ведущих, врачей. Сценарии передач здесь продиктованы врачебной практикой. При этом цель не только образовательная. Рак – самая модная болезнь становится. То есть количество заболевших увеличивается в прогрессивной в геометрической прогрессии. Но при этом и возможности нашего лечения выросли многократно. Мы объясняем прогноз, перспективы для жизни, для здоровья, и обычно это успокаивает наших пациентов. Вещать новый канал будет ежедневно, правда, только в стенах Самарского онкоцентра. А вот контент со временем станет разнообразней. Врачи планируют в таком формате максимально раскрыть тему борьбы с онкозаболеваниями. Ирина Трофимова, Егор Майоров, Новости губернии.